Привет всем! Вы на канале All Extreme. Меня зовут Роман Смолкин, и я обожаю смотреть ролики с полетами в костюме Wingsuit, как, например, вот этот. Когда бейсер, отдаляясь от скалы, пролетает между деревьями и почти цепляет кроны. Или видео с итальянским бейсджемпером Ули Эммануэли, который решился на рискованный прыжок через узкую двухметровую расщелину. В этом костюме можно пролететь более 4 километров по горизонтали. Вы вообще представляете, как далеко это 4 километра? А взять, например, фрифлай? Спортсмены словно в танце кружатся. Мне кажется, это самый красивый вид спорта. Но у меня нет столько свободного времени, чтобы выйти на такой уровень. Я хочу почувствовать себя птицей уже сегодня. Именно поэтому мы с вами в аэродинамике. Кстати, через неделю чемпионат России. А 24 октября наш соотечественник Леонид Волков стал в Канаде чемпионом мира по фристайлу в аэротрубе. А у меня сегодня первая тренировка. Сразу после заполнения анкеты и оплаты мы отправляемся слушать теорию. В трубе мы ведем себя спокойно, расслабленно, ни в коем случае не напрягаемся. Общаться из-за того, что там очень громко работает двигатель, будем с тобой жестами. Основные жесты — это поднять голову вверх, подбородок. Когда мы поднимаем голову вверх, мы создаем тем самым прогиб. Прогиб нам дает стабильность. Также у нас будут такие знаки, как «все хорошо», «расслабься», «выпрями ноги или согни», «пошире». Тут у нас установлен таймер, меняемся каждые 2,5 минуты, будем отдыхать, осознавать, что мы только что сделали, что у нас хорошо получилось, что не получилось. Те вещи, которые у нас будут не получаться, мы их будем исправлять другими упражнениями в следующем заходе. Теоретический курс позади, отправляемся на скамейку запасных. Ну все, можно готовиться к чемпионату России.